Но мы нашли Викторию Виртус, затерявшуюся среди нашего базара, мега-базара, да. Среди мужчин. Я предложил сесть ей где-то, где девушек много. Она сказала, нет, остаться мне с мужчинами, с инвесторами. Вика, я знаю, что ты с инвестициями очень хорошо подружилась в этом году. И твоя компания «Деловик» сейчас в запуске, очень хорошем, как я вижу, активно проводишь рекламу. Какие перспективы еще на 2017 год? Перспективы самые радужные. Мы превысили уже все наши прогнозы. Собираемся в таком же темпе двигаться дальше. А скажи, вот много проектов прошло за этот год. Наверняка ты видела много стартапов. Слышала, проходили не на Фейсбуке. Что ты бы отметила для себя, вот один из лучших, вот как тебе кажется, перспективных проектов? Слушай, ты знаешь, ты правильно сказал, очень много прошло через меня стартапов, я очень много чего видела, но я как раз тот же самый человек, который, говорю, если хотите, чтобы я разубедила вас в вашем стартапе, это вот меня зовите. Вот это просто к тому, что проектов, которые бы мне понравились, было очень мало. Если мне проект понравился, скорее всего, он уже зарабатывает денег. И он, ну, в общем-то, нуждается не столько в инвестициях, сколько, ну, в таком развитии, в толчке каком-то. Я слышал, что твой код набрал очень большую популярность. Скажи, пожалуйста, может ли стартап делать такой индикатор замера, если добивается такой же популярности, как у кота, значит, он уже успешен. Слушай, ну, ты знаешь, мой кот вот второй год своего существования как проекта заработал где-то примерно 1 000 000 рублей, просто кот. Поэтому я думаю, что если мы это умножим на вот типа там, что делают люди, то вот можно, да, ориентироваться на этот показатель. Ну, смотри, кошка сколько там, скажешь, по человеческим меркам, сколько у нее возраст отличается, да? Да, 5 раз. 5 раз, значит, 1 000 000, 5 миллионов. Все, ребят, значит, смотрите, мы с Викой решили, что если вы зарабатываете 5 миллионов, вы уже, значит, вы точно уже как ее кот. Да. Мяу. Мяу. Спасибо тебе большое. Отдыхай.